Привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Я помыла голову. Теперь уже так непривычно часто мыть голову после Раокутана. Раньше я мыла голову, наверное, раз в неделю, раз в 10 дней, и все равно она у меня не ожирнелась. Сейчас уже эффект и препарат из организма потихоньку выводятся, и эффект, естественно, тоже проходит. У меня, кстати, дозатор сломался от тоналки, от NYX. Поэтому приходится вот так вот, с подручными средствами, так скажем. Ну, в общем, эффект проходит, и теперь у меня жирное лицо, у меня быстро жирнятся волосы, и этот эффект, если честно, мне не очень нравится. Так круто было, когда пила Раокутан, это было безумно удобно. Но, к сожалению, эффект прошел. Наношу тон обычной кисточкой. Наряжаемся с мамой. Сделали маме укладку, потому что ее будут фотографировать. Так вот, я совсем забыла, что в 50 лет, оказывается, меняют паспорт. Поэтому паспорт, который мы должны были поменять в феврале, мы меняем сейчас. Встала совсем рано, чтобы не было очередей. Хотим быть первыми там, потому что после этого у меня еще есть свои личные дела. Мне надо в банк сходить и так далее. Еще надо контент поснимать. Очень неудобно вот так вот использовать тональный, так как дозатор не работает. Я хотела сначала перелить в закончившийся другой тональный, но потом передумала, неохота было этим заниматься. Заснула вчера где-то в 3, проснулась в 7. В общей сложности я спала 4 часа. Очень надеюсь, что днем не засну и режим мой восстановится. А еще я хочу зайти в магазин канцелярии и купить кое-что для скетчбука. А еще хочу купить обычный школьный дневник. И там типа дни недели и все дела. Там писать свои дела, использовать как ежедневник. Каждый день планы на день. Чтобы день был более организованным. Кстати, на лоб я тон не наношу, потому что у меня идеальный цвет на лбу. Хотя немного надо. Вчера мне отправили видео, от которого я прям реально не могла заснуть. У меня был такой мандраж. В общем, жена изменяет мужу, это все показывают. То есть муж установил дома скрытую камеру и просто следил за своей женой. Он, видимо, подозревал ее в измене, а потом убедился в этом сам. И как только он в этом убедился, он рванул домой с ножом. И на видео это все запечатлено, как он убивает свою жену ножом. 26, что ли, ножевых ранений. Ну, в общем, это зрелище такое. Когда мне отправили это видео, я просто где-то минут 15 не могла прийти в себя от ужаса, от увиденного. Пудра у меня, как всегда, вот эта вот от Rimmel Stay Matte. Мне она очень нравится. Она невесомая, ее не видно на лице. Особо такого цвета не придает. Просто матирует лицо. В общем, так, как мне нравится. Беру свою палетку от Zoeva. Мне она очень нравится. Здесь есть обалденный оттенок, который лучше наносить прям пальчиком. Теперь самый сложный выбор. Нужно выбрать, что же надеть. Но сегодня на улице очень-очень ветрено. Поэтому надо либо что-то длинное, либо шортики или брюки. Но в брюках, мне кажется, будет жарко, поэтому лучше взять и надеть какое-то длинное платье. Например, вот это вот. Последняя моя покупка Shein. Очень даже красивое, элегантное длинное платье. Один раз, кстати, уже в нем была. Накрасилась. Вот такой вот у меня макияж получился. Макияж без макияжа. И платье. Очень красивое, нежное, романтичное. Мне нравится. Заколола здесь булавку, чтобы ничего лишнего видно не было. И надо сейчас высушить голову, либо пойти так. На улице жара, даже будет прикольно пойти так. Так как я встала рано,
Мне вообще не хочется кушать, поэтому мой завтрак будет состоять всего лишь из одной груши. От фруктов я никогда не отказываюсь. И все мы заправим вот этим вот ароматом легким от Тоус. Не могу сказать, что я в восторге. Вообще ни один аромат от Тоус не имеет особой стойкости. Так вам на заметку. Мы уже здесь на месте, здесь такая очередь. Впереди нас еще 110 человек, представляете? Уже 2 часа точно нам сидеть здесь. Ужас. Просто ужас. Мы нашли выход из ситуации. Так как нам ждать 2 часа, мы решили посмотреть фильм, точнее передачу. Все, мы едем домой. Очередь была просто огромная, мы в очереди были почти 3,5 часа, это был просто какой-то ужас, дошли на народу, и все приходят утром, и до вечера эти проблемы решаются. Мне кажется, по Санфедмету надо обязательно открывать пару новых филиалов, по-другому просто очень сложно для людей, у кого нету свободного времени, например, приходится вырываться с работы, тяжело. Я поднимаюсь наверх, только не к себе домой, а к двоюродному брату. Как раз покажу вам, ай, моя нога, платье. В общем, мне надо забрать у них свой паспорт и документы. А так я вам в полной красе покажу свой лук. Платьишко у меня такое. Мне очень нравится. Документы, кстати, забрала. Нужно будет сгонять в банк, снять для вас мукбанк. Вот, в общем, дело сегодня не в проворот. И именно дела с документами, которые я ненавижу. А у нас здесь, посмотрите, вот такая красота. Вот не понимаю я людей, которые живут вместе со мной в этом здании. Уже который раз меняют это зеркало. Ну вот зачем? Зачем так делать? Я предлагала вообще установить камеру в лифт. Потому что, посмотрите, в какое состояние привели это дети. Я не знаю, просто невоспитанные. Ужас. А вот это, скорее всего, взрослый человек, мне кажется, сделал. Дома так не делают, а вот общественные места можно портить. Я так ударилась по дороге. Жесть просто. Посмотрите, что он делает. Какой он мимимишный. Он скучает, когда нас нету дома. И когда мы приходим, он начинает такой: «Вау, вау, 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 ну что вы, где вы были без меня? Меня оставили дома». Буквально полчаса назад наткнулась в ТикТоке на видео, как 5 собак просто, это просто нечто, разрывают одну кошку. Каждая собака там откусила по одной части котика или кошечки, и прям расцветка точно-точно такая же, как у Твиксика. Мне так плохо стало, я настолько люблю животных, даже больше, чем людей. И не то, что я люблю просто своего котика, нет. Я просто, в общем, очень люблю животных. Я увидела это видео и прям, знаете, так испугалась. Мы где-то 3 числа, 3 августа, наверное, поедем в деревню. Я хотела взять Твиксика с собой, но там очень много собак. А он все-таки домашний, я боюсь, что они его поймают. Поймают и обесчестят. Поймают и забьют или убьют. В общем, надо быть аккуратнее, не знаю, брать его с собой или нет. Пишите в комментариях, как бы вы сделали в такой ситуации. Я сняла для вас видео мукбанг с рыбкой, со скумбрией. И уже, наверное, где-то 8 раз с мылом я мыла руки, и все равно воняют. Вот я прям не могу. Я еще успела сходить в банк, и в банке тоже мне так стыдно стало. Я прям чувствую, как от меня пахнет рыбкой. Я вроде 5-7 раз руки помыла, пришла опять помыла, все равно воняет. И такой неприятный запах тухлой рыбы. Мы решили времени даром не терять и сделать коррекцию хотя бы мамочки. Мне очень нравится, как держится мой френч, все обалденно. Правда, перед поездкой в деревню надо будет переделать. Хочу какую-то нежнятину, какой-то светло-розовый или, может быть, светло-голубенький. Что-то молочное себе сделаю. А это мои цвета. Я хочу какой-то вот такой или вот такой нежно-розовенький. Но потом я вам покажу. Сегодня мы делаем маме. Мама все отодрала. Вы бы видели ее ногти. Это просто позорище. Все подумают, вот Айка не умеет делать, поэтому мама все отвалилась. На самом деле нет, мама сама себе помогла. Сразу говорю, особо впечатлительным не смотреть. Да-да-да-дам.
Что это такое, мама? Как можно так отодрать? Это ножом или зубами? Или ногтями. Кто тебе помог в этом? Ну, в общем, сейчас нужно снять это покрытие и нанести базу. Я тебе помогла, да, у меня еще работа. Да я бы не сказала, что помогла. Ну все, ребят, результат готов. Покажи другую тоже ручку. Немножко пыльный, но готово. Дизайн делать не стали, потому что мамуля не хочет. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Для вас прошла секунда, для меня целая ночь, которую я спала очень крепко. И видела классные сны. В общем, вчера доснять влог не получилось, потому что я ногти делала очень-очень-очень долго. Дело в том, что я посеяла свои щипчики, и я пыталась их найти дома. Они где-то дома, вот где именно, я так и не нашла. Вот сколько я не искала, и процесс затянулся. Результат получился не очень, но мама сказала, ничего страшного, перед деревней опять переделаешь, как только найдем щипчики. Если найдем, а я надеюсь на это, в противном случае придется покупать новые. Они дорогие от Starlux, поэтому это не хотелось бы мне покупать новые. Я живу надеждой, что их найду, потому что по-любому они где-то дома. Но иногда у меня бывает такое, что прямо дома у меня что-то теряется, и я не могу найти. Проснулась я такая и вижу такую прекрасную картину, вы просто гляньте. Я очень-очень люблю фрукты, особенно переспелые бананы. Здесь еще вишня. Я могу целыми днями питаться только фруктами. Это просто любовь, ребят. А теперь мы направились за мебелью вместе с мамочкой. Решила заодно вам показать наше метро. Оно с кондиционером, но не все вагоны такие, к сожалению. Здесь, как вы видите, пусто, мы только с мамочкой вдвоем. Но ехать нам далеко, мы хотим выбрать спальный гарнитур, стулья, стол. Ну, в общем, посмотрим. Для начала нужно снять денежки с банкомата. Я маме объясняю, как это делать. Каждый раз объясняю, она постоянно забывает. И вот этот спальный гарнитур мне очень-очень понравился. Я просто в восторге от него. Если бы я собиралась жить на этой квартире, то я бы обязательно купила этот спальный гарнитур. Естественно, он будет без этого матраса, который положили просто сверху. А так все остальное мне очень нравится. Даже на видео не столь видно качество этих товаров. Но хотя маме не понравился этот спальный гарнитур, я осталась в восторге. А еще мне понравились вот эти стульчики. Это все из МБУда. Вообще товары в МБУде мне очень нравятся. Но дальше мы зашли в другой магазин. Такой вариант тоже меня устраивает. Можно взять стол и стулья. А этот стол, кстати, я перепутала. Не стол, точнее пеленальный столик я перепутала с ящиком с косметикой. Я думала взять и положить сюда свою всю косметику, а оказалось, это просто пеленальный столик. Поэтому печалька. Мебель мы посмотрели, даже кое-что заказали, но уже что именно, я вам покажу, когда привезут уже на квартиру, потому что вариант, который мы выбрали, его в наличии в магазине не было, и мы потрогать, пощупать не смогли. Взяли стулья, их тоже привезут в скором времени. Мы, кстати, уже повесили занавеску на кухне, это тоже вам покажем обязательно, поэтому не пропускайте мои влоги. А как только я пришла домой, начала прибираться, убирать со стола, ну, хозяйничать, так скажем. Показываю вам все. Вообще, я люблю показывать в быстром режиме все, что я делаю в течение дня. Поэтому этим как раз-таки и занимаюсь. Ну, в общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно. Будет еще приятнее, если вы подпишетесь и поставите лайк этому видео. Всем желаю удачного дня. Пока!